Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Лесной Первомайского района. Губернатор Александр Карлин приехал лично проверить, насколько качественно выполнены работы. Раньше за медицинской помощью местным жителям приходилось обращаться в центральную районную больницу, а она находится в 25 километрах от села. Поэтому для жителей Лесного свой местный медпункт был жизненно необходим. Кстати, ФАП возвели всего за 3 месяца. Это уже отработан у нас проект. Мы, по сути дела, поставили на конвейер изготовление таких тиражируемых ФАПов. Качество уже тоже как бы известно. Сегодня у нас нет претензий к подрядчикам, потому что они знают требования. Принимать пациентов будет фельдшер Екатерина Харитонова. На работу в село она приехала из села Санниково вместе со всей семьей. По программе «Сельский фельдшер» она получит за это 500 тысяч рублей подъемных. Говорит, в таком современном ФАПе работать только в удовольствие. Здание очень красивое, соответствует всем стандартам. Светлое, хорошее, теплое, просторное помещение. Я думаю, жители будут очень рады, довольны. Здесь можно повести прием и беременных женщин, и пенсионеров, и детей любого возраста.